В чемпионате такого уровня анапские студенты принимают участие впервые. Александр Марковский, мастер производственного обучения Анапского сельхозтехникума, уже полгода готовит своих подопечных по новым стандартам. Они должны продемонстрировать выдержку таким стрессовым ситуациям, когда в короткое время дается задание очень объемное, и его необходимо выполнить правильно, не отвлекаясь на все факторы. Во всем мире более 60 лет волнскиф уже развитое движение, но Россия вступила сравнительно недавно. Но я думаю все-таки, что с нашим рвением мы будем там на достойных местах себя показывать и мастеров готовить по этим компетенциям, которые смогут составить здоровую конкуренцию. Краснодарский край проведет свой первый чемпионат в таком формате. Анапа представит 5 специальностей: ландшафтный дизайн, кирпичная кладка, флористика, сухое строительство, малярные и декоративные работы. По словам директора техникума Ивана Чернышова, по всем этим направлениям у наших ребят есть шансы на победу. Для наших студентов это и для поступающих это пропаганда и развитие именно рабочих профессий, когда там очень необходимо, тем более для курортного города, ландшафтный дизайн и строительные отделочные работы, в которых мы участвуем как команда, оно, конечно, очень нам пригодится. Соревновательный дух, он поднимает у детей желание показать себя с лучшей стороны. Плюс приезжают другие с других регионов, можно у них чем-то поучиться. Это мероприятие пройдет с 14 по 16 апреля в Краснодаре, где позднее состоится и чемпионат Южного федерального округа. И если эти соревнования для анапских мастеров пройдут успешно, то в дальнейшем они уже выступят на национальном первенстве в Москве.